Подозреваемые заранее готовились к совершению данных преступлений, подготавливали специально оборудованные устройства, чтобы обойти антикражные системы. И в последующем данные хищения уже выявлялись с помощью просмотра службы безопасности магазинов видеозаписи с камер наблюдения. В магазине, чтобы не привлекать внимание, они не брали с собой пакеты, либо какие-то сумки, а ходили и похищенные складывали в различные предметы одежды. В том числе в капюшоны, в рукава курток, в джинсы,